Привет, друзья! Это очень короткий ролик для самых умных. Почему человек в процессе русла своей эволюции создал сам себе врага в виде искусственного интеллекта? А вот зачем? Дело в том, что у нас есть подсознание, правильно? Это же наша вся машина, там эволюции, там заключена все рефлексы, инстинкты и так далее. У нас есть сознание, кроме подсознания. И у нас развивается самосознание. Так вот, самосознание для того, чтобы человек эволюционировал дальше, оно как раз-таки развивается и за счет этого. Потому что человек сегодня начинает задумываться, чтобы его не обогнал и не эксплуатировал искусственный интеллект, чем же он от этого искусственного интеллекта отличается? И тем самым начинает копаться в себе осознанно и начинает соображать. И тем самым начинает развиваться еще дальше, чем он мог делать до этого. Вот оно как просто. Искусственный интеллект со своими вредностями, который может стать конкурентом и лишить всех людей рабочего места и сделать их роботами, на самом деле, если нормальный человек хорошо задумается, поймет, чем он отличается, и тем самым будет эволюционировать дальше. Поэтому все на свете непросто. До встречи, друзья. Будьте здоровы, счастливы и творческие.